Я когда-то в 90-е годы служил в УБОП, было такое славное управление по борьбе с организованной преступностью. Но не о нем на самом деле, а просто ездил со снимаемой квартиры, все время проезжал улицу Тимирязева на трамвайчике, да, и видел там стоящий грузовик с дровами, которые продавали каждую осень. Там же овощи продавали, картошку и так далее, и тому подобное вообще. А вот и из серии «Что вижу, то пою». Не знаю, как получится, конечно. Сегодня днем с машины снова продавали дрова, а рядом бабки торговали картошкой. И было видно, ночью в лужи заглянула зима, и даже в окна подышала немножко. Но осень старая проныра уходить не спешит, проткнула небо и довольна собою. И на березе лист последний куцым флагом висит, и что-то странное творится с душою. Ведь все прошедшее пепел, но его не стряхнуть, не сигарета наша жизнь, это точно. И отболевшее часто нам мешает уснуть, как будто снова проверяет на прочность. Ведь все прошедшее пепел, но его не стряхнуть, не сигарета наша жизнь, это точно. И отболевшее часто нам мешает уснуть, как будто снова проверяет на прочность. Ветра беснуются шальные и ломают зонты, и пред дождя лицо безжалостно хлещет. И человечество все чаще одевает шарфы и достает из шкафа теплые вещи. А вечерами одиночество в квартирной глуши терзает память по избитому кругу. Ведь панацеи от осенней лихорадки души пока никто из докторов не придумал. И все прошедшее пепел, но его не стряхнуть, не сигарета наша жизнь, это точно. И отболевшее часто нам мешает уснуть, как будто снова проверяет на прочность. Ведь все прошедшее пепел, но его не стряхнуть, не сигарета наша жизнь, это точно. И отболевшее часто нам мешает уснуть, как будто снова проверяет на прочность. Сегодня днем с машины снова продавали дрова, а рядом бабки торговали картошкой. И было видно, ночью в лужи заглянула зима, и даже в окна подышала немножко.